Итак, мои дорогие, я собираюсь ехать в роддом сегодня, вот уже в пути бегу за цветами, забирать свою внучку. Пришли на базу к нам упаковывать цветочки. Видите? Тоже розовенького цвета будут у нас. Смотрите, цветочки. Вот так режу. Да, да. Так что вот я вам сейчас покажу, какой у нас будет для Евы букетик с мамой. Спасибо. Пожалуйста. Вот такая красота с розами сделали мы для Евы. Видите? Красивый букетик, да? Посмотрите, красота какая. Прям как бабушка красивая. Шучу. Вот, мои хорошие, смотрите, какую красоту мы сделали. И вот такие шарики, которые, не знаю, влезут в такси. Сейчас таксист меня выкинет вместе с этими шарами. Скажет, охренела бабка со своими шарами еще тут приперлась. Ну, извините, рождение бывает один раз в жизни. Поэтому скажу, дорогой таксист, меня не волнует. Вези меня, вези бабку. Так что вот. И вот такой вот букетики тоже сладкие, красивые. Это сделала я для доктора. Букетик для дочери. И, конечно же, как же без шариков. Шарики. Не поверите, я сейчас так ругалась, так нервничала. Это вообще, я вышла от таксиста, вызывать такси. Он приезжает не к тому входу. Говорит, я не знаю, где вход главный, где не главный. Поехал к этому шлагбауму. И вообще у меня началась уже нервотрепка. Я начинаю объяснять водителю, куда ехать. Вы представляете, вот вызываешь такси, и таксист не знает, где улица Фатиева находится. Мне надо учить этого товарища водителя, правильно? Товарищ водитель, вы же мне испортили настроение. Вот, видите? Дорогие друзья, у меня уже испорченное настроение. Настроение мне подпортили немножко. Вон мои телепузики там сзади, охрана моя сидит. И вот меня единственное сейчас порадовал, это букетик. Я сейчас сижу и прям наслаждаюсь букетиком. Итак, мои хорошие, мы сейчас едем в роддом забирать свою внучку. Едем! Видите? Смотри, всех я обгоняю. Видите, водитель как свернул мне кровь, и поэтому сейчас старается упущенное время наверстать и, как сказать, меня везет с ветерком. Причем бесплатно. Да. Так что, это получается, он забирает свою племянницу. А я бабушка. Еду встречать с дедушкой. Где мой там дедушка? Ну-ка скажи что-нибудь. На месте. На месте? Тима, я зяя. Тима, я зяя. Шарики, фонарики, подарки, цветочки вот такие вот, букетики. Так что мы едем забирать мою такую сладкую, сладкую буду забирать. Она так бабушки там взяла так делала. Тима, я сладкая, рыбка моя, рыбка. Как мой знакомый мне написал, когда поздравление. Тамара, поздравляю тебя. Ты поехала забирать вторую Тима, я зая. Это я всегда свою первую внучку так называю, когда фотки или что делаю. И говорю, Тима, я зая. И он говорит, ты едешь встречать Тима, я зая. Я говорю, нет, Тима, я рыбку еду встречать.